И всем привет, с вами снова я, ППТВ, и заранее извиняюсь за такое херовое качество. Я снимаю с одного телефона на другой, поскольку у меня, я еще раз говорю, я снимаю на старом телефоне, и на старом телефоне у меня не работает Мобизен. Какого-то хрена не работает Мобизен. И поэтому мне пришлось взять этот гребаный фотоаппарат, засунуть туда гребаную карту памяти. Потом сейчас я снимаю видео, потом мне придется засунуть эту карту памяти в этот телефон, на котором я играю в Brawl Stars. И там уже найти этот видео, потому что я его не знаю, я его могу не найти, потому что у меня там на карте памяти дофига разных папок. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас я дошел до 10 000 кубков. Ну, не сейчас, а позавчера. Но поскольку позавчера и вчера я фотоаппарат чинил, поэтому я не смог записать видео, и поэтому я записываю его сейчас. Я постарался, чтобы сюда не светил яркий свет с улицы, и сейчас, ну, типа, я закрыл окна и всякая срань. И сейчас мы откроем мега-ящик на 10 000 кубков, но перед началом еще мы откроем пару дебильных боксов, с которых нам ничего не дропнется, как всегда. Блин, мне не видно, что там. Короче, блин, это сейчас мои пальцы будут мешать всему видео. Ну ладно, я так с краешку постараюсь. Ну, тут нифига не дропнулось. И просто 10 000 кубков. Долгой ценой я дошел до этих 10 000 кубков. Я помню, как у меня было 9999 кубков. Я слил еще потом 5, потом еще 5 и потом еще 3 кубка. И мне это заново апать пришлось, и все. Ну, и это все заради того, чтобы мне отсюда нифига не дропнулось. Что это такое? Что это? Блин, у вас качество фиговое не видно. Чего оно не настраивается? Ну, короче, тут более-менее видно, что это пятерка. Вот. Блэд. Я не для этого апал 10 000 кубков. Чтобы мне выпало какое-то сраное золото и 50 карла. И даже гемов не выпало! Даже гемов не выпало! Что за хэ? Единственное... Подождите. А, ну да, это ж типа явно у кольта. Единственное адекватное, что мне выпало из этого сундука, так это голда, и все. Ну, хоть этот ранг мы апнули, да. Ну, давайте я вам покажу хотя бы видос, как я апал этот последние кубки, данные боя. Сейчас, я на ботом играл, вот. А нет, а, это я сливал. Это плюс один, это еще срань всякая тут, короче, вот. Поехали сейчас пару минуток, посмотрим, как я апал бо. Ну, тут я, короче, иду, там баночку собираю, всякую срань делаю, да. Ничего обычного. Жалко, тут нельзя x2 сделать. Что, долбанутый? Дальше я иду, там. Там я помню, как я обманул Динамайки. Давайте позырим, кто там вообще ходит. Дэрил там, Тара тимится. Вот самое адекватное в этой игре, в этой катке, который, что я замочил Тару, у которой было, по-моему, чи 10 банок, чи 9, я уже не помню. А может и меньше, я хз. Но у меня было мало банок, это я вам скажу точно. Вот, сейчас я обдурю этого Динамайка, прикольно. Он накопил ульту. Я иду вдалеко и типа показываю, что я далеко. А теперь я подхожу ближе, и он просырает свою ульту. Вот непонятно, что он пошел на меня сразу. Лох какой-то. Или управление просто такое же дебильное, как на моем новом телефоне было, который сломался тоже. Жесть, короче. Вот, вот эта Тара, вот эта вот срань, она меня бесит. Но я ее замочил. Ну, короче, там остается 4 бойца. Качество у вас, конечно, фиговое, не то, что к
как видно у меня на телефоне. Тут это ж фотоаппарат, типа, что тут сказать. Тут, короче, Брок забирает всякую фигню. Я тут поставил минки, типа. И самое прикольное, что Тара видела, как я минки поставил, но она на них навернулась. Смотрите. Я, типа, начинаю ее призываю, типа, начинаю фигачить ее и хочу, чтобы она дошла до этих минок и бомбанулась на них. Ну, вот я, короче, ее отвлекаю, там, отвлекаю, да. Потом даю набить ульту. Вот, она набила. И она ультует. Только куда она ультанула, я хз. Поломала там немного говна. И вот я опять стою на этих банках, хочу, ну не на банках, на минках. Хочу, чтобы она навернулась на минки, но она не идет. И потом я придумал, я даже не придумал хитрый план. Я видел, как типа Бо заходит в яд. И вот смотрите, у нее 7 банок, у меня 2. Я думал, мне уже жопа, мне уже с 2 тык жопа была. И тут я придумал какую-то фигню, я даже не знал, что она сработает. Но я победил. Что? Я тупо пошел в яд, и она взорвалась на минках. Я сам хз, как я провернул эту хренотень. Я вообще думал слиться, типа уже все, типа просрал. Но ее еще продамажить там немного. И она бомбанулась. Она за мной пошла. Я думал, она за мной не пойдет. Ну, типа, я в яд пошел сливаться. Она за мной пошла и подорвалась на моих минках. Жесть. Блин, где-то мой палец. А вот. Не видно. Ладно, ребята, вот такое вот видео вышло. Тут еще вот это говно играется. А что тут вообще дается за это говно? Ты знаешь, у меня есть мистер Пи? Я спрашиваю, что это такое? О май год. В принципе, это то же самое все. А, ну тут только 4 поражения, а там, по-моему, 3 было. Ну ладно, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!